7 марта, Центральная площадь, патруль ДПС. Одним движением жезла, как взмахом волшебной палочки, госавтоинспектор тормозит автомобиль. Потом второй, третий. Водители останавливаются, готовят документы, но сегодня они не нужны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем вам, родным, близким. Спасибо. В преддверии праздника подарок от нас, от ГАИ. Удачи на дорогах и всего самого хорошего. До свидания. Счастливо. До свидания. И хотя на дороге все равны, в преддверии праздника госавтоинспекторы останавливали лишь автомобили, за рулем которых были девушки-водители. Неожиданно. Первый раз вообще такое. Сами девушки были удивлены причиной остановки. Большинство из них спешили по делам, а потому сначала и не понимали, почему их останавливает госавтоинспекция. Желаю крепкого здоровья, удачи. До свидания. Цветы девушкам вручал заместитель начальника ОГИБДД Балаковская Алексей Рогов. И от этого настоящего подполковника было необычно слышать слова поздравления с 8 марта. В преддверии праздника, пользуясь случаем, хочу поздравить женщин, мам, бабушек, сестер с наступающим международным днем 8 марта. Пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, здоровья родным и близким. Ну а также мирного неба над головой.